Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Июль 9. Священномученик Кирилл, епископ Гортинский. 50 лет. 50 лет был епископом в Гортинии. Он пострадал при императоре Декии 249-251 годы. По другим источникам, при Максимиане, будучи 84-летним старцем. Приведенный на суд правителю Лукию, который принуждал его принести жертву идолам. Святой старец-иерарх твердо исповедовал свою веру во Христа и отказался исполнить душепагубное требование. Правитель приговорил святого Кирилла к сожжению, но огонь не коснулся святого. Видя чудо, многие язычники уверовали во Христа, а Луки, изумившись, воздал хвалу христианскому Богу и отпустил святителя на свободу. Святой Кирилл продолжал свою проповедь и многих язычников привел ко Христу. Сам же скорбел, что не сподобился пострадать за Спасителя. Через некоторое время правители донесли, что святой Кирилл не перестает благовествовать и продолжает успешно обращать народ от тьмы язычества к свету истины. Последовал приказ умертвить святителя. Услышав приговор, святой Кирилл возрадовался, что сподобляется мученической смерти за истину, и сам преклонил голову под меч. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.